Ну что, ребят, всем здравствуйте, приветствую, мы продолжаем проходить Tomb Raider, и, видимо, сегодня будет финал, точно не знаю, но, скорее всего, все к этому идет к финалу. Все идет к финалу, поэтому, Саш, поудобнее, давайте, блядь, обязательно, поэтому, если только уж, при начать пить кайф, пить или пить ордой, при этом просмотре, мы, собственно, начинаем. О, привет! Знаете, мы там вот здесь, и вон там был только что дневник, да, мы его прочитали, какая-то Хося. Вот, и главная героиня там написала, что, ну, сказала, точнее, в тексте, что... как бы прокомментировал, что вот она повторяет ее путь, что вот наша главная героиня повторяет путь Хоси. Вот, и сказала, что какой выбор будет у нее. Вот сейчас посмотрим. Если не смотрел прошлую серию, там ссылочка в описании на плейлист, в правом верхнем или левом верхнем углах. Тоже подсказочка на прошлую серию, на плейлист тоже посмотри обязательно, тебе будет более понятнее. И столкнулся случайно на эту серию. Так, шо, let's go! Так, let's go, давай, надо сейчас... Опа, забираем. Опа-на. Ребят, финал. Я тебе базар видел? Точка невозврата. Фарфоровая ваза из Сацумы. Вероятно, период Эдо. Да. Да, здесь гробницы, да? Вон там гробницы. Май, смотри, сколько у нас гробниц с тобой есть. Не расследовано. Ну давай финал, ладно. Финал так финал. Сохраняемся и... Ребят, let's go. Думаю, все уже наложили, да? Покушать все наложили, покушать, поэтому продать это. Зиккурат или Эккурат? Let's go. Куда? Поехали сразу. Опа, let's go. Блядь. Торопился. Да уж, финал. Thank you.
Куда нам с тобой? Ёпт. А. Блять, ты что, дура? Я понял. Ладно, надо аккуратничать. Хорошо. Мать, ты чё? Алло. Значит, куда нам? Лара, берегись! Эти ублюдки направляются к тебе! Мы задерживали их сколько могли! Спасибо, Рейс. Садитесь в катер. Если я не вернусь... Мы не уйдем без тебя. Мы будем ждать. Хорошо. Let's go. Блять, ну ты ёбаный! Блять, ну что это за... Понял, ладно. Что за бред, блять? Конец-то. Наконец-то, блин. Наконец-то, блин. Так.
сразу next. Давай сохраняемся, твой, let's go. Это заебал! Ну да ебать. Давай, давай, мать, ну. Thank you.
Давай, еблан. Больновато. Еще рот, блядь. Он так медленно идет там. Как... Ой-ой-ой, как больно вообще-то. Каким способом должно его одолеть? Бежать нужно к нему, так ахуя. Прошивается где-то. Давай. Бан для патроны, дай мне, блядь. Вот это сложно. Вот это, ну, тут, ну, надо патроны 100% на этот. На вот эту тему. Поехали. Спасибо.
давай, 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 уебок. Продолжился. Он не контрит эту хуйню, все. Вот он и босс, вот он и босс. Бля, Патрика, по-моему, капец забрал. Где он сам? Финал, ребят. Иди-то нахуй! До свидания, ёпта. Это Лара! С ней Сэмми! Она справилась. Сейчас скажу. Сейчас скажу, ребят, по поводу игры. Своё мнение вообще, в принципе. Так, финал.
Ох, жестко. Думаю, она поправится. Что там было? Даже не спрашивай, даже не спрашивай. Все кончено. Можно плыть. Ладно, давайте убираться отсюда. Я была так слепа, так наивна. Много лет я обижалась на своего отца, сомневалась в нем, как все остальные. Но он был во многом прав. Жаль, нельзя сейчас сказать ему об этом. Все суеверия и выдумки не более чем фантазия, так мне раньше казалось. Но грань между реальностью и мифом порой так тонка. Мне нужно во всем разобраться. Я должна понять. Треугольник дракона. Холодного мангового суп. А мы с Алишей сразу же пойдем в пиццерию. Вам что-нибудь нужно? Я не знаю, что случилось на том острове, но глядя на ваши раны, и знать не хочу. Ладно, скоро будем дома. Я еду не домой. Это затравочка. Ну как затравочка? Это намек на вторую часть, на следующую часть. На Asurus is born. Что могу сказать о игре? Классная игра. Не прям чтобы длинная, но не прям короткая. Такая средняя, да, по длительности. В принципе, за день-два... Не, за два, наверное. За два дня ее можно прям, если прям сесть и два дня тупо играть, в нее можно пройти. Блин, игра очень классная. Да, есть свои баги. Да, есть. Они ну, есть. Причем и даже, ну, бывало, что мешало игровому процессу чуть-чуть, да. Но не везде, не везде. Редко-редко, но бывало, что мешало чуть-чуть, да. Вот. Я не про тот случай, где я не мог запрыгнуть на эту деревянную штуку. Не-не, не про это. Чуть про другое. Стоит ли в нее играть? Конечно, стоит. 100% стоит. Игра, эта игра, знаете, одна из тех, которая не просто, знаете, про какую-то историю, да, про какой-то сюжет, про то, что придумала команда, да, разработчиков. Нет, эта игра не только про это. Эта игра дает задуматься, подумать, как ты будешь проходить, где, когда, и нужно ли тебе туда идти. Не скажу, что прям тут прям сложно, да, какие-то головоломки какие-то сложные, да. Нет, они не сложные совсем, они такие средненькие. Есть легкие, а есть средненькие, да, скажем так. Но все равно игра дает возможность тебе подумать, задуматься. И это очень классная тема, очень классная идея. Прикольно, просто браво. Свою поддержку хочу выразить про разработчика вот так вот. Честно, очень классный продукт сделать. Да, с багами, но тут не так много багов, как могло бы быть. Это, во-первых. Во-вторых, игре уже очень много лет, как минимум, да? Вот, и думаю, в следующих частях уже получше будет с этим всем делом. Игра достойна вашего внимания, 100%. Игра достойна, чтобы ее пройти. И даже, наверное, на 100%, то есть со всеми игры, знаете, расхитить все гробницы и тому подобное. Возможно, стоит. Это уже дело каждого, думаю. Вот, мне игра зашла. Встает ли она на полочку вместе с метро, The Wolf Among Us, тому подобное. Вот тут спорно.
Знаете, мне как бы и хочется поставить на полочку, да, туда, то есть прям, ну, реально достойная игра. Но с другой стороны, как бы вот 50 на 50, короче, 50 на 50. Но все равно спасибо команде разработчиков, бля, за то, что сделали такой классный продукт, реально классный. Мне зашла игра, очень понравилась. Напишите свое мнение в комментариях, как вам. Почитай обязательно, полайкаю, отвечаю даже. В принципе, все. Такая игра была на прохождение. Это был Tomb Raider 2013 года. Game of the что-то там. Прошли ее до конца. Саму игру, конечно, не прошли на 100%, но я думаю, это и не нужно, да, я прям такой цели не видел, просто хотел пройти игру. Сюжет достойный и реально классно. Для 13 года это прям вау. Вот. В принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Все ссылочки также в описании. Вы все это дело знаете. Телеграм-канал на ваших экранах, там инсайд бывает, и удаление видео, чтобы вам было удобнее узнавать, когда вышло новое видео. В принципе, все, ребят, спасибо еще раз за просмотр. Поставь лайк, подписывайся на канал, тебе несложно, приятно. Это поддержка мне, огромное спасибо за то, кто делает, реально огромное спасибо. Реально сильно мотивирует мне делать еще дальше какой-то контент. Вот. Повторюсь еще раз, в принципе, все. Это была Tomb Raider. Игра про приключения, про мистическое приключение, фэнтезийное приключение, но и про то, как главный персонаж, главная героиня менялась характер чуть-чуть, и из-за неких обстоятельств ей пришлось поменяться. Вот, как-то так. Не знаю, будем проходить вторую или нет. Я думаю, наверное, да, но чуть попозже. Вот, в принципе, все. Такая вот игра была на прохождение. То есть, пиши в комментариях свое мнение, я обязательно прочитаю. Это был Tomb Raider. Классная игрушка, классное приключение. Спасибо, ребят, что вы были со мной в этом приключении. Классно, да? Напиши в комментариях, я почитаю обязательно. И отвечу на, ну, выборочно отвечу на какие-то комментарии, если будет вопрос. Вот, в принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих играх. Давайте, ребята.